Олимпийский парк города Сочи стал площадкой для необычного концерта. Исполнение этой симфонии Берлиоза – дело рук юношеского оркестра под руководством Юрия Башмета. 80 музыкантов, самых талантливых, отбирали по всей России. 11-летняя Настя – самая младшая. Мне очень нравится то, что публика благодарная, то, что мы играем, то, что мы трудимся. Но не просто выучить произведения, потому что они сложные. Организаторы подчеркивают, отточить профессиональное мастерство – не единственная цель проекта. Это самый что ни на есть интересный возраст вообще, как вы знаете, в жизни. Когда все впервые, и этого много того, что впервые. И главная задача – приобрести профессию, жить, проживать в обществе, не теряя собственное «я». Быть вежливыми. Это все безусловные атрибуты ансамблевого музицирования. Ребята – представители различных регионов России. Географическая удаленность рождает свои особенности в работе. Мы учим свою только партию. Мы не знаем другие партии. Вот как раз мы вместе собираемся с репетицией и узнаем. Ну, например, я тоже сегодня думала, что мы там одни играем. Оказывается, там барабан еще есть. Возраст участников оркестра разнится от школьников младших классов до молодых людей 20 лет. Наладить контакт в короткое время – немаловажный залог успешной игры. Зависит от коллектива. За исключением репетиций, свободное время от коллектива зависит. Вот в этом коллективе я почувствовал сплоченность. Сплоченность, и когда все вместе, когда за сценой, когда за репетицией все вместе, то и на сцену, и на репетициях, на сценах тоже начинают выходить вместе. Олимпийская деревня Сочи, где дают концерт юные музыканты, также собирает зрителей со всей страны. Очень профессионально играют, тем не менее, когда смотришь поближе, это дети, действительно. Все очень захватывающе, все очень интересно. Дети, это самое необычное, мне кажется, что они так хорошо играют. Закатное небо – лучшие декорации в завершении симфонического концерта. Оркестр продолжит гастроли по городам России в следующем году.